Еще недавно здесь, да и периодически, честно говоря, они выставляют здесь кордоны, но не тогда, когда идут гонки. И в зону беспошлинной торговли, там в окрестностях Ливинио, куда в основном, естественно, велосипедисты едут не за шмотками совсем, а тренироваться. Там тоже всегда, даже когда в Шенген не входила Швейцария, можно было совершенно спокойно ездить в ту и в другую сторону. Постепенно Демулан подбирается к тем местам, где он вырос как супермногодневщик, как это ни странно. И было это вполне в сознательном возрасте. Именно тот сбор перед Вуэльтой 2015 в Ливине стал для него переломным. Две недели он отработал на этих высотах и обнаружил, что он очень хорошо это все переваривает. И вот это единственный разведанный по-настоящему мой этап на последней неделе нынешней Джиро, сказал он. Уж тут я изъездил вдоль и поперек все. Ну, может, Кентана и решил, что его не стоит его проверять на знакомой трассе. Тем временем Консальвеш снова и снова включается во главе основной группы. Ильнур ему очень благодарен. Эффективно работает напарник. И, в общем-то, в основном своими ногами при редких подключениях соперников он отобрал у лидеров, можно считать, 2 минуты преимущества. В голове идет внятная работа, но такое ощущение, что они замерли в ожидании того, что сейчас, как на крыльях, прилетят капитаны команд, и им на Умбрале не удержаться. Очередное, очень радующее всегда пересечение прозрачной границы. Вот бы эти валичи, как говорят итальянцы, то есть контрольные пункты, демонтировали бы раз и навсегда. Но для этого еще очень-очень многое нужно сделать. И нужно делать. Не паниковать, не опутываться колючей проволокой, а двигаться в раз и навсегда избранном направлении периодически. Была недавно передача по местному трентинскому телевидению. И там такой пожилой дядечка сказал, что это была мечта многих поколений. Создать вот такую единую, свободную Европу. А теперь идет откат, идет реакция, идет непонимание. И я на это положил всю свою жизнь, несмотря на то, что говорил он, я пожилой человек. Но я вижу в этом только будущее. К сожалению, будущее не всегда наступает линейно, и, к сожалению, очень часто история дает вспять. Но все равно, сказал он в той передаче, прогресс не остановить. Ну, вот, в общем, в конспективном плане его довольно многословная речь выглядела именно подобным образом. 35. Завоз на последнюю горку. Быстро и мощно. Конкретно как? Конкретно за 500 у тех, кто потяжелее. За 400 у тех, кто полегче. Но даже у Кентаны вот при этом развозе, который выдает Гонсальвеш, готовый, конечно, выработаться полностью. Ну, а тем временем Мустер. И тут же мы вспоминаем, кого мы вспоминаем. Совершенно верно, братьев Колони. Их края, их Швейцария, лыжебежная Швейцария, которая стала таковой именно благодаря успехам Дарио. А до этого это было просто частью активного образа жизни. И никак не могло сравниться, естественно, с горнолыжными успехами. Да, хорошие горные звездные Грегори – это полкоманды. Сегодня, кстати, берег ноги, выявленный на дороге фактически капитан Канандейла. Тоже постепенно все
складывалось, проверялось. И изначальные позиции Ролана, конечно, были более проверенными, что ли, можно так сказать. Но теперь уже ситуация вполне ясна. Ну, а наше внимание обращают на Пуццовиво, тем не менее. Пуццовиво, который катается по колесам и едет практически так же, как Кентана, когда доводил до исступления тем, что все время сидел на колесе у Фрума. Доменико очень часто разочаровывал. Формула распускал перышки, о котором я не закончил мысль. Сейчас все-таки заканчиваю, но тоже не стал. Пока, по крайней мере. А Кройшвайг совсем другое дело. Кройшвайг, потерявший возможность осуществить даже свои амбиции минимум в генеральной классификации, сегодня хочет показать себя наилучшим образом на королевском горном этапе. Это ли не цель? Судьба была к нему не слишком благосклонна из-за того падения на Йоркшире. И лишь к третьей неделе он обрел свою настоящую форму. Хотя, опять же, если водичка станет по-настоящему мутной в ближайшие дни, все может быть. Не вплоть до призов, я думаю, но пятерка, а это была как раз его программа минимум, пятерка реально. И он, вы видите, растрепал эту группу. Здесь уже сразу идет внятный и не спадающий практически градиент. Поэтому здесь нужно иметь силы для того, чтобы идти. Либо сразу же уходить в глухую оборону и крутить доступную тебе передачу на доступном тебе пульсе, контролируя показатели, которые выдает тебе компьютер. Сразу же Кройшвайга ловить не стали, надеясь на то, что без резкости сумеют вкатиться. И получилось это, ну, опять же, получилось это лучше всего у человека, который на компьютер часто не оглядывается. И третий призер Джира позапрошлого года встает из седла, не глядя ни на какие свои показатели. И на силовой передаче, на немножко ломовой даже передаче добирает голландца. Сел на колесо, это там впереди. А это обрывки группы. Группы, которая теряет по-прежнему свое преимущество. И сейчас полторы минуты лишь осталось у них. Кройшвайг в начале этой атаки выдал за 600 ватт. Под 700 ватт он отдал. И потом перешел на примерно 500 ватт. И на них работал пару-тройку минут. Это после 200 километров без малого. Егор Антон по-прежнему ищет, где покруче. Еще пока рано. Если он ищет настоящую крутую рампу, она еще впереди. Катальдо, с другой стороны, в своем любимом ключе работает, сидя в седле, раскручивая такую толковую внятную передачу. Надо бы подпоить, подкормить баскского гонщика, который идет своим темпом пока от обороны вместе с Анаконой. Ланда пошел сменами с голландским восходителем. Нельзя сказать, что совсем далеко они уехали. Попарно разбились те, с кем они двигались до этого. Хирт и Амадор. Причем чешский спортсмен, он наиболее такой малоизвестный, наверное, в этой компании. И больше всех, наверное, заслуживает короткой справки. 26 лет чешскому гонщику. При росте 1,81 м всего-навсего 60 килограммов. Рост весовых характеристики очень похожи на закаринские. Ну вот вы видите, сплошь никаких велосипедистов тут нет. Великих велосипедистов Мюстер, Валь Мюстер не воспитывал. А вот Дарио Колония, который тоже любит использовать и байк, и шоссейный велосипед в своей подготовке, это, конечно, гордость. Хирт, смотрите, добирает голландца испанского баска и сбрасывает с колеса Амадора. И в этот момент останавливается лидер.
Ох, это беда, это беда. К сожалению, у него проблемы с желудком, проблемы с пищеварением, потому что если так заклинило, это не бывает, знаете, в штатном режиме практически никогда. И, конечно же, сейчас я практически уверен, что никто не возьмет на себя в основной группе дерзость воспользоваться вот этим и атаковать. Его будут ждать. Но надо сказать, что если пищеварительная система сегодня засбоила, это может его ударить где угодно очень сильно. Еще вся гора впереди. И то, что он сейчас сбегает отнюдь не в кусты, тут уже не до этого было. Мало его выручает, я не знаю. Но вот опять же, вы видите, какие чудеса творит судьба. Причем берем это в кавычки. Вскакивает седло Том Дюмулан, задержавшись по минимуму во время этой мегасанитарной паузы. Ну, а тут его группа без ускорения идет с одной стороны. Нет, оглядываются все. Вы видите, что и Пелизотти бросает работать. Все дожидаются. Лидер, если ломается, прокалывается, падает. Или если его вот так переклинило, как переклинило сейчас Дюмулана. И я думаю, что в принципе вот эти вот разговоры на напряженных тонах с техничкой как раз касались его самочувствия. И выходит Закарин. Ну зря, на самом деле нет. Здесь вот не самый лучший вариант. Надо дождаться, чтобы Дюмулан, по крайней мере, коснулся хвоста этой группы. А потом уже идти. Понятно, что Ильнуру тут, опять же, он не ближайший для него маяк. Это отнюдь не Дюмулан. Пустые карманы. Ничего нет у Тома Дюмулана. Сейчас ему передали что-то перекусить. То, что он немножко повисел на руке, но ничего страшного, конечно. Томас Вайткус прислал сообщение, говорит, Доменика же йогурт. Кличка такая у него в пелотоне была, когда мы были коллеги. Ну, я думаю, что вы остаетесь коллегами на самом деле. Не бывает бывших велосипедистов, тем более в данном случае. Ну, а тогда у Буцавилла достаточно много разных прозвищ, но самое такое расхожее — это все-таки Пуличино. Мальчик с пальчик. Мальчик ростом с дюйм. Посмотрите, как много еще выгребать Дюмулану. Визуальное впечатление убийственное. Ильнуру, видимо, не сказали, он не знал из-за чего. Исчез Дюмулан, и когда ему сообщили, Ильнур сбросил. Сел в эту группу. Тендам, по-моему, за ним возвращается, и особо ресурсов-то у команды нет. Все ресурсы оставлены на его защиту при подъезде до макушки Стельвио. Остается только верный Лауренс Тендам, который был соавтором побед Дениса Меньшова. В том числе и в 2009 году. Одного Грегори, при том, что это опять же последняя гора. Когда спрашивали Дюмулана, что вот он остановился после падения Кинтаны, спрашивали его, считает ли он, что теперь вот всем все ясно, что Мовистар не сбавлял и не останавливался, когда все посыпались. Когда Sky в первую очередь упал почти полным составом. А вот он притормозил. Ну, разные вещи. Опять же, Том, ведя себя как стопроцентный джентльмен, не приписывал себе дополнительных заслуг и вообще не считал это заслугой. Говорит, тогда еще гонка не пошла. Она не понеслась еще в этот момент.
И я мог себе позволить, да, тем более на спуске вот здесь можно было немножко подсбросить и дождаться Кентаны. А тогда была раздача уже в последнюю гору. Вот сейчас тоже последняя гора, на которой можно что-то серьезно предпринять, иначе этот этап получается в холостую практически с точки зрения генеральной классификации. Разрыв между пилотоном и Думуланом примерно 43 секунды, 45, вот где-то в этих пределах. Все, кончился его соотечественник Лауренс Стендам. Мастер держать одни и те же ваты на протяжении длиннючих подъемов. Даже он уже расходовал все, что у него было в запасе. Дюмулан остается один. И вы видите, упирается в скорую. Это не значит, что это хвост гонки. Это отнюдь не Финегара еще. До Финегары, бог ты мой, там часы, может быть, даже. Учитывая профиль сегодняшнего этапа. Возвращается Анакона. Высматривает своего капитана. Находит его без особого труда. Не боящийся удара по своей репутации Пелицо диктует темп пелотона. Разрыв растет. Апдейт разрыва неутешительный. Минута 30. И вы знаете, выражение лица и цвет лица Думулана в данном случае напоминает мне, вы помните, Иван Бассо, более 10 лет назад, и тоже Стельвио. Картины повторяются. Вспомните, как карабкался вот как раз с правильной стороны, со стороны Трофои, Иван Бассо, побелевший, ехавший с жестоким отравлением, ехавший с температурой и в розовой майке. И его перекошенное лицо, я помню еще в старой модельке Nokia такой неубиваемой. Было у меня заставкой, я на него все время смотрел, и это меня мотивировало преодолевать, терпеть, работать. Вот что-то такое написано сейчас и на лице Дюлана, и я думаю, что это проблема. Проблема... Что это может быть? Это может быть желудочный вирус, это может быть что-то не то съел и отравился. Это может быть просто влияние экстремальной нагрузки на организм, когда организм начинает брыкаться, начинает включать какие-то аутоиммунные механизмы, которые не помогают, не спасают, а наоборот добивают. И это очень-очень худо. Потому что, естественно, пилотон не будет просто останавливаться, пить чай и ждать, когда он их доберет. Все-таки какую-то минимальную скорость он поддерживать должен. В том числе из-за того, что в отрыве есть еще люди, которые, если их бросить совсем, уезжать, как они уезжают, то они тогда переместятся в голову основной классификации. Подопустила у него нога. Что нам цифры говорят в это время? Сваты пока неплохие. Скорость сопоставимая. В принципе, он сейчас вышел на похожий режим. Примерно то же самое. У него даже чуть-чуть побыстрее все-таки, чем у Молема у него. Обратите внимание, какую легкую передачу поставил Ланда. Егор Антон. Забросил на самую легкую передачу для того, чтобы здесь выкрутить. А в группе тех, кто борется за призовые места в генерале, вдруг внезапно оказалось ровно наполовину меньше людей, чем было перед этим. Добирает Амадора. Амадора, который едва-едва выкручивает педали на этом куске, где градиент выше 10%. Здесь закрытый такой участочек, не очень хорошее покрытие и лесок. Он брал этим приметен. Наверху там, в принципе, асфальт освежали недавно, он достаточно быстрый и катучий. Кажется, проклевывается что-то похожее на второе дыхание. У Думулана он начинает потихоньку выбирать секунды. Но полторы минуты по-прежнему не в его пользу. И выражение лица по-прежнему истощенное и измотанное внутренними проблемами организма. Мощность не падает ниже 500.
Это кусок очень опасный, учитывая, сколько еще ехать до макушки. Даже для Думоулана стабильно держать 500 ватт. Рано или поздно он может залезть в долг, но он не видит никакого другого выхода для себя. Отыграться по максимуму. Борясь не столько с соперниками, сколько с самим собой, он терпит, терпит и терпит. И, конечно, Басса тогда, когда ползком забирался на Пассо делла Стельве со стороны Трофои, выглядел гораздо хуже. Думоулан выглядит пока вполне боеспособным. Не особо заламывается, от 73 до 85 оборотов в минуту. Гоняет директорат гонки мотоциклистов, чтобы те не цепляли Думоулана на колесо. Слишком быстро он располагается. И в этот момент Амадор, тот самый, который, по идее, наиболее и был опасен впереди в качестве теневого призера, он берет на буксир эту компанию и начинает в ней натягивать. Ее скорость, естественно, тут же повышается. Коллега Лиза Кожевникова предполагает, что это может быть не рвак. И да, вот это как раз я и говорю о немотивированных реакциях организма, что это может быть не физиологического плана. Синдромы раздраженного кишечника очень часто бывают от именно от хронической нервной нагрузки. И до конца они, собственно говоря, еще не изучены. Те, кто на пределе работает очень-очень помногу, объекты для изучения ученых. Та же самая норвежская биатлонная сборная. Сколько у них таких катастроф практически в середине сезона было. И Сагирре повисает на Думоулане. Мало того, что от него там увозят в этой группе, так еще и Сагирре мертвым грузом. Но он не из тех, которые оглядываются, поэтому психологически ему не будет от этого тяжелее. Хотя, как сказать, ну не настолько, как многим другим, по крайней мере. Техничка идет параллельным курсом. Ничем тут не поможешь, потому что любая помощь будет нарушением правил. Только как-то подкричать, поддержать морально. Не знаю, можно ли верить телеметрии, которая постоянно пишет 500 и больше. Но по разрыву, да. Вот сейчас на этом куске должна взлететь эта шкала по ваттам. Но, однако же, нет. Когда поднимался, ваты были практически те же. То есть немножечко падал на педаль. И за счет этого поддерживал стабильные ваты. То есть они не росли. Обычно идет всплеск мощности, если ты встаешь из седла и действительно идешь как бы полурывком. Но ему незачем так делать. Ему сейчас надо выкручивать, ему нужно держать ритм. Ему нужно держать этот просвет ровным. По пульс ничего не скажу про пульс, потому что не отдают его. Не ретранслируют. Его пульс неизвестен, Кентана неизвестен, Нибали, Юнгельс, Крайшвайк. По пульсу ничего не знаем. Умолим, и как зашкалил за 160, так там и висит. Подозреваю, что у большинства так. Антона добирает группа лидеров генеральной классификации. У Антона единственная задумка, единственный план был перед этим этапом. Это брать его, этот самый этап, и это не получается. То, как он вынужден был вцепляться в минимальную передачу, говорило о том, что все-таки начал закисляться и начал бороться с судорогами, предвосхищая их, чтобы не забить ногу. А это уже не работа, это уже неэффективно. И Сагирре продолжает кататься полицейским на колесе у Думоулана. И Думоулан тут особо остро ощущает, что он один. Ему не к чему прикнуть команду. Команда работала на него пока она могла. Но триггеры для его команды, для габаритов этих ребят, пусть даже они готовились на сей раз, в отличие от 15-го года, целенаправленно именно на защиту розовой майки, их не хватило на всю дистанцию. И в самый обидный, в самый отчаянный момент Том остался один. Последним, кто сохранял, как говорится, вертикальное положение, last man standing,
как говорят в англоязычном велоспорте, был Лауренс Стендам. Сейчас при этом восхождении, при этом градиенте, который никогда не снижается под 8%, накатить уже никто не сможет. На спуске они уже бесполезны. Там каждый должен будет носиться в максимум своего риска и технической оснащенности. Разрыв минута 15, но все же поменьше, чем было на максимальном его отставании. Тут опять-таки, я не знаю, честно говоря, почему ему быстренько не дали что-нибудь. У медиков гонки в пакетиках есть такие составы, которые сразу же быстро борются с аналогичными проблемами. Но, во-первых, я не видел машины, легковушки. У них в руках, не в скорой. В скорой, наверное, наверняка тоже что-то есть такое. Но той белой легковушки, в которой главный доктор гонки, я не видел. Где она маячит в это время, не знаю. В пелотоне меж тем все претенденты на то, чтобы не изложить Думулана. Пелицу самые активные на сменах. По сумме больше всех он возил, наверное, в основной группе в последнее время. И чуть-чуть он открывает опять просвет, когда выходил на смену. Амадор опять ушел под капитана. Впереди по-прежнему забытые уже режиссерами итальянского телевидения Хирт Крайшвайк и Ланда. Выйти как переживают за Тома. Надо сказать, что швейцарским болельщикам вообще нравятся такие крупные, сильные гонщики, которые, вопреки всему, вопреки силе всемирного тяготения, карабкаются и карабкаются здорово. Ну, их кумир на все времена Гончарара, вы же помните какой. И на иные горы в рамках тура Швейцарии, по крайней мере, забирался неплохо. Вот текущие ваты. Ну, видите, вот здесь несколько менее оптимистично, чем на шкале, но тем не менее за 400 периодически. Сейчас начал немножко помягче, вы видите, ставить передачу для того, чтобы все-таки сохранить частоту хотя бы 70 с чем-то под 80. Придирчиво смотрят судьи, естественно. Потому что здесь возможно всякое. И за технички провести, и подтолкнуть кто-то может. Такие этапы – это этапы на выживание. И выживать можно по разным причинам, в том числе и вот по таким субъективным. Тем не менее, в правилах не прописано, что каждый должен расшаркаться, пожалеть и перестать ехать. Увы, но в данной ситуации, вы видели, они дали ему немножко времени. Если бы это была просто короткая санитарная пауза с двумя-тремя Грегори, когда на пологом долетают действительно за 2-3 минуты интенсивной работы, это одно. Они и выждали эти примерно 3, может быть, 4 минуты, а дальше уже пошли своим ходом. Дмолан тоже, но его нынешний ход слабо напоминает то, что было во время того, когда одна единственная была гора на этапе, либо когда ехали совсем закрыто, как это было во время двойного восхождения, во время приближения к Этне. И в этом его бич. И об этом, кстати говоря, полемизируя со своими соотечественниками из газеты, которые все-таки подкованы гораздо меньше, писал Фабрицио Такино. С мнением Фабри, бывшего тренера, консультанта, тренера по планированию, по общей велосипедной подготовке в Русвело он работал, а наиболее известен как тренер сборной Италии, отвечающий именно за вот эти вот базовые вещи и очень такой въедливый, по-хорошему, теоретик современного велоспорта и тренировок по ватам. И вот он сказал, что не увидел ничего запредельного на Оропе, потому что у него физика страшнейшая, он потрясающе одарен. Том Дюмулан,
Но он ехал свои, вот как он и планировал, свои 20 минут работы на износ, как если бы ехал короткую разделку, только под наклоном. А большие горы и большие высоты за 2,5 километра – это стихия совсем другая. И вот там-то ему будет как раз серьезнейшая проверка, писал Фабри. Поэтому я не вижу здесь ничего синтетического, ничего, что могло бы косвенным образом указывать на запрещенные препараты. Такино как в воду глядел. Правда, все обстоятельства он, конечно же, предусмотреть не мог. Абсолютная мощность у Думулана по-прежнему самая высокая. Но он и сам самый высокий из тех, кто претендует на большие места. Поэтому в любом случае, для того, чтобы даже просто держаться, ему нужно сохранять эти ваты. И он сейчас идет, не отдавая больше ни единой секунды. Но и здесь никто не взрывается. И никто не атакует. Так вот, про Хирта все-таки я хотел же пару слов сказать, раз уж он заслужил. Хирт вышел в новую лигу благодаря своему триумфу в прошлом году на туре Австрии. А тур Австрии – это несколько откровенно экстремальных восхождений. И вот обратите внимание, что еще и два человека из Объединенных Арабских. В том числе и Поланс, который был победителем восхождения на Этну и бывшим лидером горной номинации. Теперь уже об этом немножко забыли, и теперь вы видите, настоящие большие горы словенцу не дают возможность набрать ни единого очка. А, кроме того же, и в этом году он был заметен на туре Хорватии. Я надеюсь, вы помните его. У нас были трансляции на втором Евроспорте. Он замкнул тройку сильнейшей генеральной классификации на ключевом этапе. Вошел в тройку лучших, показав себе еще раз отличным горняком. Это все о Чехии, разумеется, который находится сейчас в первой группе. Ее снова перестали показывать. Ну и, в принципе, ровно. Ровно все время идет в горах, все время где-то заметен. На Азербайджане в 2013 году выиграл этап. Тоже отнюдь не равнинный. И, в принципе, все это давало ему вроде путевку Quickstep постепенную. Однако там он не закрепился. Немножко в фарм-клубе у них покатался и опустился все-таки в проконтинентальный дивизион, где ему доверяют. У него серьезные здесь амбиции. И снова атакует Ланда. Ланда, который с самого начала чувствовал себя хорошо, но упал тогда на поступах к блокхаусу, отбил себе бок. На целую неделю, наполовину вылетел фактически. Искал себя, искал свое самочувствие. И вот в начале третьей недели Микель Ланда, тот самый единственный, которому по зубам был Контадор 2015 года, когда говорили, что он, Ланда, выглядит лучше, чем капитан Ару, и, может быть, Мартинелли стоит отпустить его. А Мартино, когда спрашивали, нет ли у него какого-то зуба на Ланду, но я вытащил его наверх. Как же у меня может быть на него зуб? И в самом деле, Мартино сделал очень многое для его карьеры. Катальдо. Забился Катальдо. Хоть и сидел гораздо больше на колесе, чем дельфин из Бибьоне. Пелидзотти выпрямляется и вот так вот в верхнем хвате. Эффективнее приложение усилий, когда ты выживаешь. Высокая посадка, она не аэродинамична. Бен Эрман сошел. Это вот не показатель ли? Хороший восходитель. Тем не менее, не вытянул дальше. И Кентана. Кентана, который готовится к атаке Нибали. Нибали, который оглядывается на Кентану и как будто приглашает его включаться. Ну, приглашение принимается. Найро Кентана. Однако тут же сбрасывает. Как-то эти обмены любезностями выглядят очень какими-то укороченными. Ильнур чувствует, тем не менее, что компания подбирается хорошая. Нибали, Кентана и Подсовиво. Закарин перемещается на колесо. Ну а Юнгельс продолжает успешно защищать свое звание лучшего молодого. Хотя не до конца еще пока. Потому что его
самый серьезный конкурент. Британец сейчас чуть-чуть повыше. Вон он там на колесе у Тибо Пино сидит. Йейтс, который, как это ни странно, в Бергамо отпраздновал свой самый большой результат на этапе. Четвертым он никогда не финишировал. Сейчас надо как так или иначе надо подпитаться. И выдавливает какой-то гель. Том думал он, чтобы ни в коем случае не заголодать, конечно. Потому что если будет голодовка, тут спуск-то вроде недалеко. Но если он поймает хотя бы следовой какой-то голодный кризис, то в ближайшие несколько подряд горных дней с ним можно будет делать практически что угодно соперникам. Они его разберут на запчасти. Минута. Полминуты отыграл Том. Закарин переходит на свой темп. Старается не загонять себя в долг. И вы видите, ближе, как я и ожидал, ближе к макушке, попутно боковым становится ветер. И, соответственно, такая ветровая обстановка благоприятна для атак. Мы знаем, конечно же, что Нибали любит поздние атаки для того, чтобы потом эту атаку развить на спуске. Увидев, что привстали немножко конкуренты...